Всем привет! Меня зовут Макар, вы на моем канале. И я получила вот такую вот карту от Человека-паука. И она меня ведет на заброшку. И сегодня мы эту карту будем исследовать. Поехали на заброшку! Коробка. Наверное, она была на карте нарисована. Карта мне не пригодится больше. Вот это вот можно будет посмотреть. Вот пазл, его, наверное, надо собрать. И он, наверное, покажет, куда дальше идти. Дальше пошлите. Так, придется собирать, чтобы разгадать шифр. Опа-на! А вот это вот уже интересненько. Циферка 50. Что это она обозначает? Ше. 50 ше. Я собрал уже, вот, 50 шагов прямо написано. Я думаю, вот эта вот штука мне уже не пригодится. Вот, 50 шагов прямо. Вот. 50 шагов прямо, это значит, вот туда вот надо идти, вон в ту сторону. Там, наверное, где-то есть какая-нибудь штука крутая. Вот, 50 шагов прямо. Я думаю, вот это вот мне больше не пригодится. Это надо как-нибудь аккуратненько убрать. Руки еще мерзнут. Жалко, перчаток с собой не взял. Офигеть. Там камера. Нету. Стоп. Не 50, а 500 шагов прямо. То есть 26, 27. 28, 29, 30, 31. Тут надо врубить обосренную пленку. 150 шагов, это примерно где-то угол. Значит, надо еще примерно 150. Опа! А это уже что-то интересненькое. А, пустота. Тут мне дана подсказка. Буква Ша. Вот она, Ша. Так. Дальше будет А буква. Потом дальше будет буква. Тихо. Будет буква Г. Дальше будет О. Такс. О, где буква О? На! А бы выгадаю ее же за... Так, проще так найти. Шагов. 20 шагов. И куда же? 20 шагов. Налево. На. Вот этот вот ребус я где-то полчаса ломал голову себе.
Вот надо идти 20 шагов налево, смотреть вверх. Вот туда, значит. 20 шагов налево. То есть я пришел вот так вот, теперь... Стоп. Да, лево вот там вот. Нет, это не там вот. Лево вот там вот. Стоп. Нет, туда надо идти. Туда. Опа! Это нам больше не надо. Все комканные вещи сюда надо складывать. Опять какой-то кроссворд будет. Или, например, что-нибудь полегче. Так. Ой, вот мой маркер, мегамаркер, розовенький. Здесь будет буковка «Стоять». «Стоять» — первая буква «А». «А». Потом буква «Д». Ничего не понимаю. «А», «Да», «З». Так, наверное, это я не смогу решить. Это мега трудно. Блин, как же это решать? Идти надо 5 шагов к домику и смотреть вниз. Но я как бы пошел, встретимся около домика. Раз, два, три, четыре. 5. И смотрите вниз, смотри вниз, смотрю вниз. Ну вот, смотрю вниз. Может тут? Так. Может там? Нету. О, так вот она. Куда я запихал этот паук? Это мне уже не пригодится. Так, маркер достаем. Надеюсь, я не зря это все делаю. Все старания эти были не зря. Так, холодно еще. На улице, кстати, плюс 13, плюс 3, наверное, где-то градусов. А напишите, сколько в городе у вас, в комментариях, сколько в городе у вас температура. Вот у меня сейчас где-то 3 градуса тепла. Плюс 3. Опять эти ребусы. Не, ну у меня с математикой нормально все. Такс. 9. Запад. По-английски будет west. На карте это буква V. На компасе это буква V. Идем к букве V. Где мой приз? Я не понял. Я ж не 15, я только 5 прошел шагов. Блин. Так, запад там. Так. Оп. Стоп. А что-то не понял. Это вот в такой коробке приз? Так. Нифига себе, здесь есть такой вот слиток золота. Какие-то драгоценные бусинки. 5000. Бумеранг. Вот, бумажный. И самое главное, драгоценные камни, рубины. И, конечно же, вот такой вот шарик с сюрпризом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Ну а всем пока-пока. Если вы наберете 20 лайков, то следующая часть выходит. Сразу прям вылетает. 20 лайков и следующая часть. Все.